Впервые прошедший в 2012 году парад невест украсил фестиваль «Счастливая семья». На следующий год он уже расширил свои границы и прошел во время праздника города, наполнив площадь Венеба снарядными и красивыми невестами. И вот в нынешнем году, уже в третий раз, замечательный парад снова пройдет в рамках Дней города. Но основные события развернутся в крепости. Это красивое мероприятие организует клуб «Тамидея», сеть ресторанов «Весма», Даугавпилсское отделение ЗАГСа при поддержке городской думы. Освещают парад невест телевидение «Даутком», газета «Сейчас» и информационно-новостной портал «Грани ЛВ». Мероприятие состоится 8 июня. Все участницы соберутся у ЗАГСа, а затем прошествуют на центральную площадь, где их будут поджидать лимузины и байкеры. На мотоциклах и автомобилях невесты отправятся в крепость. Там же будет фотосессия. В этом году будет не просто фотосессия, а будут специально сделанные места, где можно будет это делать. Декораторы наши тоже решили немножко поработать и показать, как можно устраивать фотосессию на природе. Парад предусматривает множество ярких событий – запуск в небо голубей и воздушных шаров, бросание традиционных букетов невест и многое другое. Конечно, будет и заключительный концерт с награждением, и фуршет. Другими словами, запоминающийся праздник для всех. И участвовать в нем могут практически все представительницы прекрасного пола – от 8 лет и до бесконечности. Ведь почувствовать себя невестой может любая женщина в любом возрасте. Только объявление появилось, уже 16 участниц у нас есть, да, 5 анкет я отправила, надеюсь, что они придут, потому что девушки попросили, да, но я надеюсь, что к лету, вернее, к концу, к 15 апреля у нас появится не меньшее количество, а большее, потому что мы сейчас уже начинаем, ну, как бы, рекламу делать и на Краславу, и на Резекне, да, возможно, возьмем и другие регионы, но красловчанки в прошлом году сказали, что их будет больше, ну, это радует, конечно, я надеюсь, что одним Даугавпилсом это не закончится, а появятся еще новые города. Кроме того, организаторы хотят пригласить к участию тех мужчин, которые хотели бы сделать предложение своей избраннице именно во время парада невест. Для этого вам достаточно позвонить одному из организаторов мероприятия Галине Боболевой по телефону 25 92 11 57. А чтобы стать участницей парада невест 2014, необходимо написать о своем желании на электронную почту galine@inbox.lv. В ответ вы получите анкету. Ее надо заполнить и отправить на этот же адрес до 15 апреля. Торопитесь! С более подробной информацией о параде невест вы можете ознакомиться на информационно-новостном портале «Грани ЛВ», а также в газете «Сейчас».